Так, Юпитер, 19 августа 2021 год. Сегодня противостояние Юпитера с Солнцем. Солнце, Земля, Юпитер на одной линии, 600 миллионов километров до Юпитера. 4:36 по Киеву, Харькове. Формально у нас противостояние будет в ночь с 19 на 20. То есть ближайшее расстояние. Ну, сейчас резкость попробую. Ну, даже спутникова не видно, очень облачно. И очень низко над горизонтом уже Юпитер. Но поблескивание Ганимеда, Ио, Ганимед ближе к Юпитеру, а за Юпитером слева должна быть Европа. Хорошо, сейчас я попробую это ISO 800 еще повысить светочувствительность, поснимать, пока за крышу высоток не спрятался наш Юпитер. Надеюсь, это будет аперитивчика, снимем вечером полноценно. И Сатурн, Юпитер, 4:37 по Киеву, Харькове, 19 августа 2021 год.